Это бассейн отеля Химирослайв, 4 звезды Химер. Бассейн небольшой, но чистый, теплый, хорошо прогревается. Здесь есть детский бассейн, лежаки, зонтики. Вот, вот такой небольшой дворик. И вот такая вот желтая горка одна. Ну, она включается не целый день, а когда именно дети хотят плавать, нужно просить, ее включают. Вот. А вокруг бассейна расположено само здание нашего отеля. В нем 4 этажа, но считается один этаж минус первый, а дальше первый, второй, третий. Но минус первый — это как раз на уровне бассейна. Лично я бы хотела этот номер, чтобы выходить сразу на бассейн. А у нас номер вот этот, на втором этаже, там, где вот не застеклено. Второй этаж, вот тут мы смотрим на бассейн. Ну, тоже хороший номер. В общем-то, нам нравится. В бассейне мы плаваем, когда после ужина мы плаваем, или перед обедом, как сейчас. С моря вернулись и плаваем. В общем-то, довольно хороший бассейн. Маленький, но уютный и теплый. За все дни мы вообще любим купаться в этом бассейне. Вот и все, дорогие мои. Смотрите другие мои видео про Химер, про отель, про море, про питание. Все это будет очень много подробного и интересного. До свидания, удачи всем!